посмотрите на моего ребенка. Стефани, на тебя это не похоже. Только что учительница ушла, а ты домашнее задание делаешь. Тут что-то... Мама, дай я сейчас... Не то. Мама! А, да-да-да, извини, пожалуйста. Ага. Какая ты, малый, делает домашнее задание, отправляет учительнице своей. Ты смотри, а какая ты умница, Стефани. Мне кажется, ты что-то хочешь от меня. Или нет? Ничего не хочешь? А что с тобой сегодня случилось? Дочь, я тебя не узнаю. А, малыш? Все, мама, иди. Мама! Извини, пожалуйста.